Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал и стал набирать скорость. Началась погоня, которая продолжалась недолго. На пересечении улиц Орской и Промышленной гайский гонщик вылетел с дороги в лесополосу. Горе-водителем оказался подвыпивший, неработающий 30-летний житель Гая, который на данный момент уже был лишен прав за нетрезвое вождение. Решением мирового судьи ему было назначено 10 суток административного ареста.